Ребята, всем привет! Ну, как вы поняли, наверное, по превьюхе, мы наконец-то обзавелись собственным квадрокоптером, а именно DJI Mavic Mini. Итак, давайте первое. Сейчас мы с вами произведем распаковку этого чуда долгожданного. И я решил разделить это вместе с вами, с подписчиками и тех, кто просто смотрит на канал. Если вы первый раз попались на это видео, то обязательно прямо сейчас подпишитесь. Итак, почему выбор пал именно на Mavic Mini? Ну, во-первых, сейчас вся вот эта эпопея, как началась регистрация с постановкой на учет квадрокоптеров, которые весят свыше 250 грамм, то этот квадрокоптер весит 249 грамм. То есть классно, его ничего никуда не надо ставить. Ну и сама продукция DJI, ну она хорошая. Те, кто хоть раз пользовался, знают, что там очень классные стабилизаторы, квадрокоптеры класса, конечно, повыше, они вообще, они просто классные. Ну, посмотрите выпуски про Абхазию, про Крым, там как раз на этот квадрокоптер, на такие квадрокоптеры снято. Так вот, мы взяли Mavic Mini, и давайте вместе с вами его будем сейчас вскрывать. В магазине официальном представителя Mavic были два вида. То есть это гольный просто квадрокоптер мы берем и пульт. Все, там, по-моему, ну там лопасти что-то запасные, все. Я, естественно, выбрал набор комбо. Здесь в наборе идет защита лопастей. Есть сумка, что тоже очень важно. Сам квадрокоптер, пульт, зарядное устройство типа пауэрбанка. И три батарейки. Что там еще есть внутри, посмотрим. Также я купил флешку на 64 гигабайта, но боюсь, что этого хватать не будет, так как три батарейки летать. Одна батарейка полчаса, соответственно, здесь полтора часа полетов. Ну, не знаю. В общем, давайте приступим. Ах, класс. Слушайте, сама по себе упаковка, вот она, знаете, мне так очень напоминает вот iPhone, когда вскрываешь. Она такая прям вот нежная, я прям чувствую, как вот. Ладно, давайте, я не буду вас мучить, и себя тем более тоже. Слушайте, вы даже не представляете, насколько это классно, когда ты берешь не в аренду технику, да, когда тебе не страшно ее там врезать, утопить, потому что она твоя. Я также радовался, когда купил себе камеру Соньку, экшн-камеру. Ах, вообще классно. Недавно мне Настенька подарила iPhone 11, на него, кстати, сейчас вот первая камера снимает как раз iPhone. Тоже звук потрясающий, камера просто восхитительная. Ну что, пленка. А, до свидания. Смотрите. Слушайте, ну сама упаковка, она настолько приятная на ощупь, что выкинуть я ее не смогу. Так, ладно, давайте, смотрите. Ножом перерезаем эту штучку. Слушайте, великолепно. Кстати, о ценнике. Такой набор вместе с флешкой обошелся 50 тысяч, ну там почти 40, 49 с копейками. О, ребята. Стойте, вы должны это видеть. Смотрите. Ой, как пахнет, ой, как пахнет, ой. А-а-а. Смотрите, бирка. Так, ну понятно. О-о-о-о. Ну что, давайте доставать. Вот она, сумочка, сумочка долгожданная. Смотрите, здесь так классно сделано. Ну приятно, ну приятно, ну не колхоз, вот серьезно. Это так прям вот классно. Так, дальше, что у нас здесь есть? Коробка. Так, что в коробке? Ой, тяжелая штука. Так, давайте посмотрим, что у нас в коробке. Так, коробку. Открываем коробку. Господи, что в коробке? Как открывается коробка? Коробка. Еще раз коробка. А, все, я понял. Смотрите, ребята, это значит у нас запасные. Все, пусто.
Да, слушайте, если с собой коробку носить, конечно, будет проблематично. Ой, смотрите, все вот на таких вот коркодах. Вот. Так. Вообще классно. Ой, как же классно. Как приятно вскрывать новую вещь, о которой ты так давно мечтал. Пластиковые, понятно, они, в общем, как-то крепятся. Так, ладно. Давайте мы пока это все отложим. Сумка. Ух ты, увесистая. Значит, скорее всего, не что-то есть. Давайте мы сумку оставим чуть-чуть на попозже. Итак. Дальше. Что у нас тут с вами есть? Пакетик. С чем? Вот, видите, как все четко упаковано, да? То есть там доставка в город какой-то. Все прям вот хорошо. Вот прям хорошо. Так, коробка, коробка, стой. Так, увесисто, здесь, походу, батарейки. Да, это и есть батареи. Смотрите, они вот так выглядят. Вот они. И таких три штуки. Класс, 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 класс. Классно. Вот они, три штуки, видите, идет. В такой коробке, ладно. Четвертая там должна быть. В этом, пока они не нужны мне. Убираем. Что здесь? Так, ну здесь шишка. Зарядка. Фирменная. DJI Mavic, видите? С логотипом. Классно. Классно, классно, классно. Вот, зарядочка. Так, пока не нужна. Что здесь? Так, что-то здесь, наверное, интересное сейчас будет. Смотрите, здесь куча книг. Вон даже такой том. Отлично. У кого плохое зрение, вам не повезло. Здесь прям очень мелко. Ах, класс. Вот. Еще какие-то инструкции, как прикручивать лопастя и так далее и тому подобное. Так, ладно, будем разбираться. Тра-та-та. Так, окей, окей, окей. Все, книжечки я понял. Ну, это, ребята, я потом почитаю, изучу более подробно, чтобы в первый полет не засадить свой квадрокоптер. Ну, а теперь, ребята, вскрываем сумку, потому что сам квадрокоптер там. Вы готовы? Вот так вот. Слушайте, как здесь все приятно, как четко. И вот он, маленькая. Ребята, посмотрите, какая маленькая ляля. Он как этот, слышите, он прям игрушечный. Смотрите. Он реально вообще, он прям пушинка. Маленькая пушинка. Здесь вот все заклеено пока. Ах, ну клево, клево. Так. Здесь что-то у нас, какая-то наклейка, ладно. Так, это как раз, наверное, то самое зарядное устройство, чтобы с собой таскать, заряжать батарейки. Да, вот оно. Смотри. Это сразу тут заряды, короче, вставляем. Так, ладно. Окей, что здесь? Слушайте, сколько проводов, какой маленький. Ой-ой-ой, что-то вон все высыпалось. А, здесь все, я понял, здесь гайки. Здесь провода различные, это отвертка, это у нас тоже какой-то переходник. Короче, я понял, целая коробка проводов. Добрались до пульта. Слушайте, это прям важная тема, потому что пульт, он настолько должен быть приятный, потому что вот я сейчас слышал, что DJI сделали очень крутой квадрокоптер, но пульт сделали настолько говёный, что все от него плюются. Типа из раздела мы создали такой классный квадрокоптер, такой классный, никаких минусов. Но как-то же надо закосячить этот продукт. Дайте-ка мы сделаем пульт дерьмовый. О, господи. Слушайте, ну вот, ну прям посмотрите, какой он классный. Посмотрите. А, вот он пульт. Вот он квадрокоптер. Чтобы вы понимали, пульт весит в раза 3 тяжелее, чем сам квадрокоптер.
Как он вообще на ветру-то будет? Я понимаю, там квадрокоптеры, которые подороже, они такие увесистые, этот что? Не знаю, посмотрим. Ой, вот так антенночки. Класс. И это уже для телефона. Вот так и шик, шик. Все, сюда ставится телефон. Зажимается. Вот джойстики. Здесь вот видите, они спрятаны. Достаем с вами вместе и прикручиваем. Класс. Ох, ребята, будем летать по полям и по лесам и по морям. Ну круто, ну круто. Ну слушайте, это на самом деле настолько здорово, когда у тебя становится все меньше арендованного какого-то оборудования, и ты можешь себе позволить. Вот кнопка включить, что-то еще. Ой, короче, ладно, все, теперь надо все разбираться. Так, у нас осталась с вами последняя коробка. Давайте посмотрим, что там. А там у нас, ребята, запасные лопасти. Вот, чтобы вы видели. Вот, там у нас запасные лопасти. Вот. Слушайте, ну отлично, знаете почему? Потому что все это, почти все это, помещается в сумку. И все можно таскать в сумке. Это очень хорошо. Я сейчас уже понимаю, что не зря я купил все-таки этот полностью набор. То есть, вот смотрите, покажу вам на примере батареек. Смотрите, достаем все батареи. Так, все у нас получается коробка пуста. Так, здесь, ладно, пока эту оставим. Вот. Хоп. Вот, и сюда вот прям вставляется вот так вот. И вот так вот, видите, вот вставляет сюда вот. Лопс. Вот одна батарея. Вот так вот. Вторая батарея. Защелкивается. Так, один, два. Третья батарея вскрываем вместе с вами. Заряжаем с вами обойму. Три. Все. И вот эта штука ложится уже непосредственно. Вот так вот, видите? Вот. Шикс. Все, я навсегда у вас с собой. Ну классно же. Я думаю, что классно. Вот. То же самое лопастя. Но пока мы их уберем в коробку, сейчас по возможности что-то посмотрим. Но здесь вроде вот они стоят. Эх, ну здорово. Ну что, ребята, кто не подписался на канал, подписывайтесь, будем тестить это маленькое создание, маленькое чудо. Поставьте лайк этому выпуску. Я принимаю поздравления в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там тоже будет, наверное, какие-нибудь маленькие миниатюрные прикольные видосы. Посмотрите выпуск про Абхазию, посмотрите выпуск про Крым. Ссылочки будут в описании. Поддерживайте наш канал. Давайте до новых выпусков. Спасибо.